Всем привет! Мы продолжаем играть в Little Big Snake. Марина, к сожалению, приболела, и мне пришлось ее временно подменить. Я, конечно, играю немного похуже, но я думаю, что постараюсь не ударить в грязь лицом. Тем более, посмотрите, кому мы присоединились к нашему шикарнейшему другу обнимашке. И давайте-ка мы, вот у нас на первом месте сейчас из нашей группы Мята, попробуем помочь ей выйти на короля, на мятежника. С нами еще Отто и Рори. Так, когда играешь, конечно, трудно комментировать, потому что я перед игрой всегда делаю такой, ну, не тренировку, а настраиваюсь на игру. Психологическая настройка идет, чтобы не суетиться и не психовать. Потому что некоторые соперники, вот видите, что творят. Обнимашка. Ты, конечно, убилась, но ты слидировала отлично. Молодец. Помогаешь нам. Так, ну, к сожалению, Мята у нас ушла из нашей группы. Я кого-то поймал в кольцо. Кто это? Харт? Лама? Ну, Харт Лама, я не знаю, кто ты, но ваша команда пыталась сильно меня расстроить, поэтому я тебя не выпущу. Ну, и ты приняла правильное решение не мучиться, а сразу убиться и отдать очки. Круть и Ням в нашей команде. Ой-ой-ой-ой. Ребят, я сегодня буду немножко... Вика, ну куда ж ты лезешь? Вот поплатилась за назойливость. Я сегодня буду немножко тормозным, потому что я... Вообще у меня идея была первая — уйти на воду и там немножко поднабрать очков, чтобы это было довольно быстро. Но соперники мне просто не дали даже на воду выйти. Антон, ну куда ты лезешь, СССР? Да, СССР, конечно, это была сила, но они мало времени уделяли народу, за это они поплатились. Бывает. Так. И мы набрали уже 135 тысяч. Круть и Ням. Ребята, присоединяйтесь к нам еще. Еще нам нужно два друга сейчас. Давайте. Ох ты, рискованно. Ну, иногда можно рискнуть. Знаете, у меня такая тактика немножко туповатая, что ли. Я не люблю вот эти сумасшедшие гонки там на воде, например, да? Но, в принципе, погонять можно, если разумно. Как бы страховаться, а вот так вот тупо лететь и натыкаться на кого-то. Все-таки вот эта игра, она же не просто вот так вот ходишь, как сумасшедший, бежишь куда-то, да? Она тактическая и командная. То есть у нас есть определенная стратегия. Я не буду
Ой-ой-ой, стоп. У нас волкодав внутри. Ребята, вы где? Ням, Каспер, круть. Займитесь, внутри у нас этот не мятежник, а предатель. Ой. Ну, в общем, соперник внутри нас. Волкодав, привет. Привет. Ну, что ты хочешь сделать с нами? Да, вот раз и нет тебя. Молодец, кто это сделал? Каспер. Так, на чем я там остановился? Я уже забыл. Да, мы постараемся не изменять нашим традициям, потому что я вот, честно говоря, хочу выступить достойно. Чтобы не говорить, что это была позорная сессия какая-то. Поэтому я буду немножко аккуратен и выдержан. Вика, как же ты хотела дешево меня съесть, но не вышло. Так. Первый у нас кабы сдох. Мы на втором месте. Кира, Томила, наши друзья. Ой-ой-ой, как тут было опасно между двумя зелеными. Мне даже пришлось немножко уйти вниз. Так, на чем я там остановился? Ну, в эту игру я играю, наверное, сейчас, секундочку, мы тут немножко поднаберем очков вот таким образом, нестандартными действиями. И уже сколько я играю? Ну, полгода, наверное. Я не могу сказать, что уже такой большой опыт этой игры. Вот. Да, круть, ты молодец. Томила убилась. Так, куда это я пошел? Нет, давайте-ка обратно в круг. Возвращаемся. Томила, ну ты сегодня пытаешься нас порадовать. Футболист неожиданно вылез, как черт из табакерки. Куда ты, куда тебя понесло? Ступай лучше от греха подальше. Ну, попробуем сегодня. Я так немножко осторожничаю, честно говоря. Обычно я могу так порисковать. На воде там немного пошалить. Но так как я защищаю честь команды, я немножко осторожен. И поэтому заторможен. Так, а кто это внутри нас там? Ух ты, кто это сработал? Томила, ну ты молоток слидировал. Так, ну, первое место у нас-то есть, но был бег. Вернее, какой кабыл бег? Кабы сдох, никак не сдыхает. И не мешало бы ему вообще уже
освободить место, конечно. Потому что он явно засиделся. Так, к нам присоединился Степочкин. Степочкин 7. Про Вася. Томила. Ну ты сегодня наш талисман. Так, ну про Вася, что ты хочешь? Привет, дорогой. Ха! Он передал привет и тут же хотел, так сказать, нас убить. Очень хороший друг. В кавычках. Кира, держись с нами. Так, ну мы по-прежнему первые. После нас Океан. Океан – это вообще наша такая визитная карточка, которая нас никогда не покидает. Наш друг, но он всегда в таблице в первых местах. Так, тут какая-то борьба за позицию происходит. Войнах 95 вижу на севере. Степочкин возрождается. Ну, я пока так спокойно веду игру. Тут надо быть... Так, друзья, осторожно. Там на севере соперник играет под нашим скином тоже. Про Вася, ну куда же ты полез? Вот не имется тебе. Так, кто это погиб? Кира. Эх, восстанавливайся, приходи к нам обратно. Золушка пытается нас подрезать. Тем не менее, у нас мы переместились на второе место. Опа-на, ребята, это опасно. Похоже, что нас пытаются окружить. А где вы все, ребята? Куда вы делись? Друзья. Друзей пока нет, они все убились. Мы, похоже, в окружении, но я думаю, что это ненадолго, потому что у нас есть шансы. И давайте вот хорошо мы сработали, не дали пройти по кругу нашим соперникам. Так, 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 только не суетиться, не спешить. Все, мы прижались к камню и вышли из окружения. Здесь надо быть осторожным. Вот эти полосатые – это чужие, которые рядом с нами. Ну, тут мы вот так опытным путем сыграли. Орландо тут шакалит около наших границ. Кира и Котя встретились вместе. Так, когда ж нас все-таки объявят мятежником? Я вот не могу понять, когда же этот Кабылбек, ой, Кабыздох, уже сдох там наконец-то. Он сидит на воде и похоже, что там хорошо окопался. Вот. Так, ребята, внутри нас Золушка. Нам как-то надо ее оттуда убрать. Займитесь этим объектом.
Вы, наверное, ее не видите, но у нас только один друг. Кира, куда вы опять все подевались? Гаспаро, привет. Дорогой, ты как всегда вовремя. А где Золушка? А Золушки уже и нету. Но молодцы, ребята, сработали как надо. Так, это кто нас хочет взять в окружение? Не вижу пока. Но мы тут хорошо сработали между двумя камнями, поэтому, товарищи соперники, вы особо не пыхтите там. Легкой добычи вам тут не видать. Тут вот единственное, когда долго играешь, вот сидишь там уже час, полтора, два, устаешь и теряешь бдительность, вот это подводит, это да. А вот так, чтобы с кондачка тебя взять, окружить, это даже не пытайтесь. Хотя я не раз попадал в окружение, да, но... Но это чисто по своей собственной глупости. Все не могу увидеть, кто это нас пытается окружить. Но уже никто. Потому что... А, злая. Это злая. Крутится одна. Но ей ничего не светит. Так, осторожно, волкодав, я чуть его не принял за своего, это могло быть чревато. Тамила, ты же была с нами, куда ты ушла? Так, нам опять присоединился Круть. Так. Ребята, сосредоточьтесь, у нас внутри команда синих, причем она такая довольно резвая. Они пытаются тут напакостить. Нужно немножко постараться, уж постарайтесь с ними расправиться. Кто это вот? Не вижу пока. Свинка Пеппа. Свинка Пеппе. Ох, какая плохая у нас ситуация сейчас. Нас зажали с двух сторон. Ну, нам не привыкать. Мы не такие редуты проходили. Так, это еще что такое? К. Так, ребят, ну с синими нам надо покончить. Давайте, приканчивайте их там. Эта свинка Пеппа, она немножко... Ты, конечно, извини, свинка Пеппа, но ты вообще тут не в тему. Ты бы лучше бы... Что-нибудь хорошее нам сказала. Пощады бы попросила. Может быть, мы тебя и выпустили бы. А так придется нам твоими очками полакомиться. Так, ой, у нас на первом месте Кратос, причем у него 960 тысяч. Вообще в этой игре я миллион набирал раза два, может быть, даже три. Миллион с лишним. Ой, не миллион, а тысячу тонн. Но это было довольно давно. Сейчас игра все-таки немножко меняется, количество игроков тоже меняется. И сейчас посложнее стало, слишком большая конкуренция. Видите, тут просто такие монстровские команды. Кстати, ой, осторожно. Во, молодцы ребята, расправились с синими. Так, самое... Ой, осторожно. Фух. Честно говоря, я так немножко это...
немножко был взволнован. Отпустил хвост, и тут же какой-то гаденыш пытался меня прижать. Итак, у нас 500 тысяч. Но мы все никак не можем стать мятежниками. Харт Вика, привет, привет. Я не очень понимаю, что ты там хочешь сделать. Ты лучше давай убивайся, отдавай нам очки и присоединяйся к нам. Если ты у нас не в друзьях, то попробуй присоединиться. Она там что-то плачет. Не могу понять, что ей надо. Дурная голова, ногам покоя нет. Так, все наши друзья на месте. Крути, Гаспару, Киру. Смотрите, наконец-то этого Козылбека, или как он там, убрали с первого из королей. И мы на первом месте. Ну все, ребят, вот сейчас осторожно. Мы стали угрозой. Нас объявили мятежником. Ну, я иногда называю, что нас объявили королем. В принципе, это какая разница, кто как называет. Все-таки короля-то в этой игре нету. Так, вот сейчас я буду немножко медлителен, и меня беспокоит, вот внутри нас какой-то зеленый там появился. Какой-то аппендикс побежал впереди меня. Котеныш. Ребята, вы уберите вот этого зеленого котеныша. Он тут начинает пакостить. Вот, Кира, спасибо большое. Ты настоящий друг. Пусть котеныш где-нибудь в другом месте погуляет. Так, вот теперь мы контролируем ситуацию. Хотелось бы, друзья, чтобы вы как можно дольше были со мной. Так, у нас еще какой-то синий появился. Лосков 98. Товарищ Лосков, ну что ты там суетишься? Остынь. Лучше отдай очки и, так сказать, появляйся в другом месте. Ты немножко не там появился, где надо. Так что давай. Он как будто нас услышал. Молодец, так и надо. Так, это что за команда? I love... Что? Ой, осторожно. Господи. Обошлось. Так. 520 тысяч. Давление соперников нарастает. Некоторые, смотрите, как там с воды прилетают сюда, быстро ходят. Одесса. Причем у Одессы на голове окорок свиной или говяжий, не знаю. Плюшка, привет. Так, сверху команда каких-то суетливых красных. Так, отдохнем чуть-чуть. Вот мне больше всего нравится приз, это вот бинокль. Да, круть, привет, все нормально. Мы контролируем ситуацию. Остался круть и Кира. Наши преданные друзья. Так, а вот это синее, там я вижу, краем глаза увидел, что там Серкан.
подкрадывается к нам. За Серка нам нужен глаз да глаз. Это одна из самых сильных команд. Кира, молодец, какой ты труженик. Выручаешь нас. Да, вот она. Кто там? Терминатор, да? Ну куда ж ты в ловушечку-то заперся? Терминатор. Я думаю, что эта команда нам сейчас еще даст много неудобств. Надо смотреть в оба за ними. Так. 534 тысячи у нас. Круть. Ай-яй-яй. Ой, куда я пошел? Зачем? Как-то я это решил крутяк себе подобрать. Ой, рискнем. Ну, сейчас мы рискнули и не зря. Обошлось на этот раз. Обычно вот в таких случаях бывают непредсказуемые события. Ой-ой-ой, пронесло, могло и не пронести, но давайте осторожнее. Так, все, не будем суетиться. 592 тысячи у нас, ребята. Нет! Я же сказал осторожней, куда ж я там? Так, ой, возрождаться нам нельзя, мы в окружении. Кира, ну что делать, надо возрождаться. Нажимаю. Ай-яй-яй-яй-яй, Кира, ты... Так, давайте-ка мы сейчас жужей взлетим, посмотрим на ситуацию. Мы в окружении, наша команда в беде. Давайте сейчас что-то будем срочно предпринимать, но я думаю, что нам нужно... быстренько жужжей закончить, да, набрать наши очки и помочь нашей команде. Сейчас, ребята, держитесь там. Я иду сейчас. Подождите, мне тут чуть-чуть надо еще. 82%. Но там дела-то у нас плохи, посмотрите. Это Серкан. Ох ты, елки-моталки. Серкан, да. Неужели мы так закончим? Не очень удачно. Так, возрождай. 7 миллионов набрали. Принц Кира. Ребята, ну что будем делать? Да все, нам, по-моему, хана здесь уже. Как же мы попали Серкану? 600 тысяч отдали ему. Ай-яй-яй-яй, Серкан. Походу, что ты здесь нас не отпустишь, да? Ну, даже давайте не будем продолжать смотреть на эту жалкую картину. Такой печального конца, такого у меня еще не было никогда. Серкан, ну, конечно, ты выиграл здесь. 1-0 в твою пользу, но я еще к тебе приду. Рано радуешься. Еще увидимся, Серкан. Ладно, на этом мы заканчиваем нашу сессию. Концовка была, конечно, супер драматическая. Всем пока!